Включите этот фильм погромче. Детройт. Словами его красоту не передать. Злоба, страх, отчаяние, грязь, преступность. Призраки некогда жившей здесь надежды. Мы все просто идем вперед, никого не замечая. И глаза наши глядят сквозь всех остальных. Прямо сквозь горы тряпья и заброшенные кварталы. Недавно видел, как кого-то зарезали на улице. Для большинства людей такая сцена была бы очень драматичной. Но я тогда думал о своей работе и девушке, которая мне все время мозги насилует, так что я не обратил внимания. Черт, кого я обманываю? Я испытал легкую зависть. Уж не знаю, кому я завидовал, тому, кто зарезал, или тому, кого зарезали. Может быть, когда-то все это закончится, раз и навсегда. Солнышко, я дома. Это что? Карл, пожалуйста. Ты 2 недели назад сказал, что все оплатил. Ты же знаешь, что у меня завтра встреча с продюсером. Серьезно, завтра? Я думала, мне вовремя заплатят. А когда тебе будут платить сегодня, а не завтра? Всегда одно и то же. Да чего ж ты хочешь-то? Ты же знаешь, как я вкалываю. Я хочу, чтобы ты сказал, дорогая, я нашел нормальную работу. Нормальную. Нормальную работу? Округ Грэшет, 9-я миля, Тито 555. С вами поехавший Тито. С такими ценами у меня крыша точно поедет. Спорттовары, скидка 20%. Дрель, скидка 20%. Сверла тоже 20%. 20% на все. Я поехавший Тито. Скидка 20%. Нужно что-то просверлить, нужно что-то прибить, нужно что-то пригвоздить. И чего ты ждешь? Она ведь обычная шалава. Инструменты на все случаи жизни. Округ Грэшет, 9-я миля. 1, 2, 3, 4. Потише сделайте, мрази долбаные! Пошел нахер, педик! 1, 2, 3, 4! Кажется, я тогда сходил в строймагазин. Я купил там дрель. Я помню эту рекламу. Странно, что я вообще ничего не помню. Но я знаю, что эта дрель моя. Точно знаю. Я дрелями-то раньше особо не пользовался. До этого у меня ее не было. С дрелью можно построить что-нибудь. Например, новый Детройт. Сэм Шапиро. Найди сайт лучшего букмекера 2021 года Malbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай. Мистер Шапиро? Yeah. Да. Рино Миллер. Yeah. О, надо же, мистер Рино, очень приятно. Взаимно. Right. Хорошо, проходите, садитесь. Времени у нас немного. Хорошо, что вы пришли. Я читал ваши работы. Занимательные книжки. Примерное название нашей следующей работы — «Ад каннибалов». Книжка будет коротенькой. Примерно страниц 80. Справитесь? Я бы хотел, чтобы вы, ну, понимаете, как бы присоединились к нам. Действовать нужно быстро. Понимаю. Мне уже пора, у меня сегодня еще 5 встреч, а потом...
потом мне позвонят звенья. Уверен, что вы проявите себя с наилучшей стороны. Мне уже не терпится увидеть сценарий, который вы нам предложите. Спасибо. Думаю, все будет феноменально. Спасибо за доверие, мистер Шапиро. Я вас не подведу. Если что, звоните. Я все время на связи. Когда напишите страниц 20, несите их к нам. Но ты же знаешь, какой он. С ним все так. Я перезвоню. Кэрол. Ну что у тебя? Мне дали работу. Правда? Настоящую работу? Как же я горжусь тобой. Спасибо. Мне нужно работать. Хорошо. Люблю тебя. Так, мне нужно поговорить с Рино. Да, с Рино Миллером. Сделка расторгнута. Что? Да, этот сценарий нам больше не нужен. Возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Что? Эй, в чем дело? Ты куда, здоровяк? Кэрол, девушка неплохая. Работу найди! А это тогда что? Она просто не понимает, что она мне причиняет. Она ставит меня в такое положение, в котором я не могу выиграть. В нем я могу только проиграть. И с тех пор, как я практически перестал спать. И даже есть. Мне все кажется, что пришло время сорваться с катушек. Черт. О, нет. Кэрол? Убийца с дрелью. Американский убийца с дрелью.
забыл. Твою мать. Эй, две по цене одной. Иди к нам, ну давай. Поворачивай налево, ну давай, давай. Я отсосу тебе. 20 баксов. Куда вообще делись все члены? Чё за хрень? Мы просто дешевые шлюхи, пытаемся заработать. Чё за хрень? Я просто еще хочу пожить в отеле. Помнишь, в прошлом году, куда ни глянь, везде были члены? Да, повсюду. Помнишь? Да, в шеренгу перед нами выстраивались. Блин, я сотку баксов за ночь поднимала. Сотку. Да, 1-0-0. А теперь даже двадцатки радуешься. Дам за бесплатно. Всем дам за бесплатно. Вон там парень. Эй, иди сюда. Иди к нам. Я очень дешевая. У тебя хватит. Ты бы сам на что ради мороженки пошел? Денег нет. Что еще раз? Иди сюда. Скажи мне это в лицо. Скажи мне прямо в киску. Сутенер у меня конченая гнида. Ни хренашеньки он мне не платит. Ненавижу этого козла. А мы тут работаем вообще-то. Сосем самые грязные члены во всем городе. Но я люблю его, да. А он деньги гребет. Люблю его. Мне плевать. Да пошел он. Люблю, когда он меня бьет. Трахнул бы он меня пожестче. Клиентов все равно нет, пускай хотя бы он меня оформит. Да по роже он тебя оформит. Наверное. Денег же все равно мы ему не принесем. Эй, две по цене одной. Иди к нам, котик. Вот же мразь. Гнида конченая. Блин, я не могу уже. Пить, что ли, захотела? Да я трахаться не могу. Когда хочу пить. Тебе понравится с нами? О, боже мой, зайка, зайка, смотри. Как у вас дела, мистер? $5. Иди к нам. У тебя есть девушка? Давай поиграем. Ну давай, даже платить ничего не нужно. Давайте лучше уйдем. Надо же. И куда же ты хочешь уйти? Хоть куда, куда угодно. Ну что, мистер? Только не здесь. У тебя девушка есть? Как скажешь. Стоять! Отсоси у меня, урод! Даже не подходи ко мне! Ты кто вообще нахрен такой? Ты чё у нас тут в Детройте устроил? Это мой город, сволочь тупорылая! Тупая мразь! Я тебе просто отсосать хотела! Кошелек сюда.
Слышь, сверлитель, а ну-ка иди сюда. Дорогая, знаешь, мне кажется, нам надо почаще выходить куда-нибудь. Трогай моего друга. Поцелуй мой черный зад. Снимаем? Спасибо, Боб. Мы находимся в Исайде Детройта, где сегодня ночью было совершено 5 убийств. Тела были обнаружены в радиусе 5 кварталов друг от друга, в так называемом районе красных фонарей. Органам пока неизвестно, связаны ли те убийства с найденными на прошлой неделе кристаллами метамфетамина в 2 кварталах отсюда. Огромная куча метамфетамина была найдена прямо посреди парка. Так, пока что подозреваемых установить не удалось, Боб. Но власти делают все, что в их силах. Они обещают поймать виновного уже в ближайшее время. Это Скип Донахью с новостями из Детройта. Факс 12. Экстренные новости. Наш канал получил запись с видеокамеры, на которой некий мужчина сбегает с места преступления. Если вам что-то известно об этом человеке или о найденных в парке кристаллах метамфетамина, пожалуйста, сообщите в полицию Детройта. Дорогая, мы уезжаем. Я помогу тебе собраться. Найди сайт лучшего букмекера 2021 года Malbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай. Братья и сестры, зло бродит по этим улицам.
Злобный, жестокий маньяк-убийца. Аминь. И он жаждет крови. Этот маньяк убивает из прихоти. И его любимое орудие — это дрель. Так не сгиньте же, как остальные, что не внимали слову Божьему, о котором я вам сегодня поведал. Вы услышали его слово. И теперь ваш долг — жить и смеяться. Да, брат. Мы с тобой, брат. Живите. С самого раннего детства я знал, что однажды Господь явится мне. И однажды Он заговорил со мной и вдохновил мою душу. Но Он говорил не только со мной, Он говорил и с вами. Да, так и было. Но вы Его не послушали. И сейчас Он требует, чтобы вы Его слушали. Я буду слушать, я прошу вас. Поймите, что Слову Господа внемлить просто необходимо. Иначе же вы окажетесь посреди этой горы изуродованных, окровавленных, разорванных тел. Еще один такой день, и всех нас может не стать. Нам больше не нужны такие дни. Надо положить конец убийствам. Кто-то из вас найдет его. Кто-то из вас его знает. Он убил меня. Может, кто-то из вас и есть он.
Сэр, вы кого-то ищете? Там же никого нет. Показалось, что я свою девушку увидел. Так она же мертва. В смысле мертва? Слышь, кончай прикидываться. Я знаю, что она мертва, и ты это тоже знаешь. Да. Ладно, пошли отсюда. Хорошо. И сколько ты убил? 5, 6, 3. 12. Я как-то... Я будто отключаюсь, поэтому мало помню. То есть помню, но не сами убийства. Я один раз видел, как ты убивал девушку, которую ты с моста потом скинул. Я все из окна видел. Видел, как ты ее расчленил. А вот ее я, по-моему, не убил. Нет, точно убил. Я сам видел. Ладно, считай, я тебе поверил. А ты собираешь части тел? Нет. А не думал? Так же озолотиться можно. Нет, я все эти штуки из своей квартиры вынес. Ничего я не собираю. А ты продаешь мозги или желудки на eBay? За желудки очень много дают. Нет. Нет, тут же продумывать много надо. Ну ты и дурак. Чего бы тебе их не продать? Они кучу денег стоят. Ну, видимо, я не думаю наперед. Наверное, все из-за этого. Я не продумываю план. А ты пробовал в ванну кровь залить и купаться в ней? Нет, у меня нет ванной. У меня типа душевая кабина. А ты их ешь или насилуешь? Нет, конечно, ни то, ни другое. А ты трахал кого-нибудь, как этот Тед Банди? Нет, нет, конечно, он же совсем поехавший был. А дрочишь на них? Нет. Точно? Я же говорил. Пацан, ты меня выбесить решил? С чего ты вообще это взял? Потому что ты меня достал. Я знаю. Наверное, это полный бред. Но если ты убьешь меня, то тут же исчезнешь. Потому что я — это ты. Иди убей лучше того парня вместо меня. Если я их завалю, ты отвяжешься от меня? Хорошо, отвяжусь, но ты размажь их посочнее. Жди здесь. Раз, два, три, четыре. Конча, дрочево. Добраться до Малафьиных гор. Вид Evil Records. Не группа, а говна кусок. Это убийца с дрелью! Это убийца с дрелью! Это убийца с дрелью! Это он! Это он! Пацан! Thank you.
опять забыла взять? Да помню я. Так, теперь я. Да, бери, бери. Ладно. Теперь ты. Забирай. Ага. Да. Пойдет. Тебе взять что-нибудь на кухне? Нет, спасибо. Ладно. Я пока тут все уберу. Ты чего там так долго? Я убийца с дрелью, я настоящий псих. Я просверлю тебе голову. Я под амфетаминами. Просверлю тебя. Просверлю. Очень убедительно. Спасибо. Я вся дрожу. Да, время просверлить. Ага. Я убийца с дрелью. Да сними ты эту маску. Соседей перепугаешь. Ладно. Хочешь еще партийку? Давай. Был бы я таким же крутым. Так, это мне. Всем привет. Что вы тут делаете? Тут еще есть кто-нибудь? Вы тут одни живете? Я не совсем понимаю. Мне нужно где-то пожить. Мы ведь тебя даже не знаем. Совсем ненадолго. Мне просто нужно залечь на дно. Я просто не понимаю, зачем ты сюда пришел. Ты кто такой? Я просто хочу у вас немного пожить. Да, но просто как бы... Есть тут кто? Мы не можем тебя впустить. Здесь больше никого. Да какая разница, мы тебя не знаем, уходи отсюда. Да успокойся ты. Можешь нам вызвать кого-нибудь? Судя по твоему виду, у тебя проблемы. Мне уже никто не поможет. Я тебя не понимаю, тебе нельзя здесь находиться, уходи. Положи эту штуку. Ты не дергайся. Привяжи его. Прямо к стулу. Просто сделай это. И чтобы как надо. Не облажайся. Да. Свяжи крепко. Очень неплохо. Отличная работа. Сядь. Что ж, вот мы и здесь. У меня была самая ужасная неделя в жизни, ребят. Вы не представляете. Я так рад, что я здесь с вами. Знаете группу, которая собирается квартирой ниже? Они сводили меня с ума. Я пытаюсь работать, а они играют одну и ту же песню. Снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и я... Я убил Кэрол. Не помню, как я это сделал. Я убил каких-то проституток. Кажется. Потом со мной говорил маленький мальчик, а потом я... Кто-то попытался обнести мой дом. Не знаю, было ли это на самом деле, не знаю. Потом я ношусь как угорелый, какой-то тип напал на меня, другой попытался убить меня битой. А потом я пришел домой, а он в новостях. И они засняли на видео, как я убегаю. Ну и я избавился от той одежды и купил себе новую. А потом я наткнулся на эту группу и избил их всех гаечным ключом до смерти. Кажется, я даже засунул его в одного парня. Это было совсем безумие. Думаю, это в каком-то смысле даже хорошо.
потому что я работал над сценарием. И тот проект отменили. Но я думаю, этот новый опыт принесет мне вдохновение. Понимаете? Да? Да. Да? Кивните, если понимаете. Да. Да. Я хочу, чтобы меня понимали. Очень. Да. Отличная штуковина. Его же не я принес, да? Нет, это мой. Вставай. А куда мы идем? Туда. Неважно. Эй, не смей ее трогать. Спокойно. Эй, эй. Некоторые вещи неизбежны. Эй! Эй, я серьезно, не трогай ее, или я убью тебя. Иди, иди первая. Я буду за тобой. Эй! Я уже иду. Только не спеши. Не спеши. Ты же не хочешь, чтобы твой парень пострадал? Нет. Стой. Поверь. Встань на колени. Нет, можно я... Хватит. Эй! Я иду к вам. Тут даже не о чем разговаривать. Все кончится очень быстро. Я серьезно. Что кончится? Прошу, пожалуйста, вам незачем это делать. Я дам вам все, что захотите. Не делайте этого, пожалуйста. Извини, деточка. Тебе конец, недоумок. Я же сказал, не трогай ее. Эй, я серьезно. Эй, приятель, подвести тебя? На кой хер тебе дрель? Ну, для работы. Да? А что делаешь? Просто теперь. Я даже не знаю. В строительстве работаешь? Рабочим вкалываешь? Больше демонтирую. Демонтируешь? Так я тоже демонтажем занимаюсь. Раньше я чаще строил, а теперь занимаюсь в основном демонтажом. Сносом объектов. Это как порог. Ты делаешь что-то, и это помогает тебе освободиться, да? Да. Да. У каждого художника свой стиль. Художник. Мне нравится. Да, мужик, я... Проезжал мимо, я сам ищу работы, и увидел, как ты сидишь со своим инструментом.
Похоже, ты творческий человек, как и я. Знаешь, я здесь всего один день, вообще-то. Всего один день, а Карл уже нет. Да, прям как я с циркулярной пилой. У меня есть одна на батарейках. Вау. Да, очень круто. Каждый художник пишет по-разному. Я делаю всякие креативные штуки с помощью циркулярки. И смотрю на каждое свое произведение как на шедевр. О боже, знаешь, с чего все началось? Есть одна ужасно-ужасно раздражающая меня панк-рок-группа. Они играют день и ночь подо мной. Квартира и ниже, и... О боже, это было ужасно. Да. Это просто худшее из всего, что ты мог слышать. Снова и снова. Это напомнило мне об одной ужасной рэп-группе, которая репетировала у меня в подвале. Ты шутишь? Нет, ты чего, я бы не смог такое выдумать. Поразительно. Да. Ну а как ты начал этим заниматься? Несколько лет назад я работал плотником. Этому меня научил отец. Как-то мы с отцом работали, там были еще рабочие. Один из них однажды получил травму. Из-за инструмента, которым пользовался. Кровь этого парня и его кишки были повсюду. Вау. Ты просто не поверишь, вид ужасный. Да. И вся эта ситуация просто не выходила у меня из головы. Понимаешь, о чем я? Это просто... Вау. Я почувствовал себя на его месте. Похоже, ты сильно проникся. У тебя интересная история. Да, можно и так сказать. Да, дружище. Здорово, что я тебя встретил. С такой работой начинаешь ощущать одиночество. Да, я согласен. Всегда приятно встретить новый талант. Да, талант. Мне нравится. Я не знаю, есть ли у меня талант, но драйв точно есть. У всех он есть. Просто нужно понять, в чем твой талант. Можно спросить тебя, ты купил его в магазине «Склад всех инструментов на третий»? Не, я купил его в одном магазине, в Греште. Инструменты поехавшего Тито. Поехавший Тито? Поехавший Тито. Ясно, ясно. Круто. Воу, да. Спасибо. Здрасте, офицер. Я просто вышел погулять. Не прямо сейчас. Сейчас я сижу, но да. Это малиновое варенье моей милой матушки. Я сам виноват. Устроил небольшой беспорядок. Ну и решил прогуляться, пока пирог остывает. Моя девушка... Девушка, дружище, она собрала вещи и сразу же свалила. То есть, в один момент она была рядом, а потом раз, и ее нет. Но она оставила свой след. Мне пришлось устроить большую чистку, чтобы прийти в состояние, в котором я чувствую себя комфортно в одиночестве. Но она хорошая девушка. Мне пришлось перевозить много вещей. Мне лично. Скучаю по людям? Я бы не сказал, что скучаю по людям. Наверное, поэтому я и выхожу на прогулки один и сижу здесь среди ночи.
А вы говорите о пропавших людях? Да, тогда все ясно. Это часто случается в таких городах, как Детройт. Я только могу представить, сколько человек пропало без вести на самом деле. Их гораздо больше, а по-вашему сколько? Четверо? Думаю, их гораздо больше. Кто вы? Я уже ему сказал, я ничего не знаю о пропавших без вести. У меня нет ничего, что могло бы вам помочь. Так что даже не знаю, чего вы ко мне прицепились. Я просто пытаюсь жить по-своему. Когда в Бостоне вором я был, в объятия свои ты меня заключила. Я писатель, я творческий человек. И я пытаюсь сложить воедино этот мир так, как я его вижу. Тут так мокро и холодно. Так, чтобы я смог его понять. Вы понимаете, почему это мне нужно? Может, именно так я постигаю этот мир? Где я? Кто я? Вы знаете, кто я? Вы можете мне помочь? Я едва свожу концы с концами. Я не понимаю, что здесь происходит. Эй, ты трус. Может, встанешь, наконец? Ты ведешь себя не как мужчина. Встань, стряхни с себя пыль. Возьми мою дрель. И шагай своими ножками в туфлях. Раз-два, и отправляйся в какое-нибудь новое место. Ощути жизнь. Ничего не выйдет, если будешь сидеть тут. Честное слово. Послушай, думаешь, я тебя не знаю? Ты этого от меня хочешь? Ты хочешь шоу? Хочешь шоу? Я дам тебе шоу. Да-да-да-да-да-да. Не думаю, что ты хочешь быть таким. Кажется, я знаю. Думаешь, я тебя не знаю? Ты же хочешь развлечений? Вот здесь. Ты слышишь? Это самая маленькая в мире дрель. Она работает только ради тебя, Рино. И знаешь, что действительно странно? Я не помню ничего из того, что случается. Я вспоминаю об этом уже потом. Но в мои редкие моменты ясности я снова ощущаю все произошедшее, но мне это противно. Возможно, я все еще принимаю верное решение. Я принимаю верное решение. Да, это моя территория. О, боже мой. Это жестоко. Жестоко. Найди сайт лучшего букмекера 2021 года Malbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай. Подземелье. Пароль. Делио.
Как дела? Отлично. Привет. Привет. А сегодня будут наркотики? Да. Не волнуйтесь, он скоро придет. Вы будете очень довольны. Тот парень придет? Да. У него на всех хватит. О, да. Да. Идем, ребята, идем. Да, пошли. Я вам кое-что покажу. Эй, знаете, что здесь было раньше? Нет, нет, что? Раньше здесь было похоронное бюро, подруга. Через это отверстие проходили тела мертвых и все такое. Прямо здесь их бальзамировали. Кровь, кишки и брызги всего этого. Как круто, выпьем! Ура! Как дела? Отлично, спасибо. Постой-ка. Пароль. Я его знаю, это важно? Пароль. Далио? Нет, попробуй еще. Да, Далио? Нет. Да я прикалываюсь, проходи. Фазан? Нет, этот был на прошлой неделе. Черт. Срань, я думал, я его записал. Не сквернословь. Это... Фиверо? Нет. Фиделио? Нет. Вот срань. Как насчет этого? Сойдет вон туда. Здравствуйте, дамы. Привет. О, да. Да, вот так. Да. Может, рэп почитаешь, Ларри? Давай, жги. Да, Ларри, да. Ладно. Давай, Ларри. Все заинтригованы. Чтоб грусть ушла, все заинтересованы. После декабря я загляну к ребятам. Не помню, чем ночь кончилась, лучше мне не знать. Но повсюду валяются бутылки, так что сдавайтесь все вы. Это говорит ваш командир. Я требую, чтобы вы вышли на трибуну, действовали обоснованно, только так или валите. Этот тип любит свой член по самые гланды всунуть. Не будь занудой, не пойми превратно. Как 10 грамм порошка на ее джинсах. Как вкусно. Эти ведьмы хотят быть такими же нереальными, как он. Ведь он весь в обносках, ему плевать на деньги. Мы не вписываемся, мы как волдырь на жопе. Стукачи получают по заслугам, а грешники живут как хотят. Миссионер их простил бы. Ты справишься с ведущим? Положи его на пол, натри сверху сыр. Бандаж ничего не исправит. Кости в двух местах сломаны и не срастутся. Трение тел находится в компетенции стояков. Доставка слишком медленная, я слушаю ваши варианты. Я готов к целому потоку. Но кто знает? У кого есть экстази? Несите наркотики! Молли! 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 Несите наркоту! Пароль. Я не знаю пароля. Джерри? Да. Это ты? Да. Принес Молли? Да. Тебя ждет куча людей, мужик. Отлично. А дрель для чего? Ты сверлить пришел или отдыхать?
ответ. Отведайте этого напитка. Где работаете? Да тут неподалеку. На углу. А я в таком не новичок. Еще бы. В этом освещении ты выглядишь очень мило. Мне многие так говорят. Мои глаза. Не смейся, когда целуешься. Да, давайте оттянемся, девчонки. Самое время. Ты принес экстази? Неплохо двигается. Наркотики принес? О, да. Тогда погнали. Давно хотелось. Мне тоже. Какое клевое место, боже. Ты что делаешь? Стой! Нет, пусти меня! Пусти! Боже, нет! Как дела, ребят? Здорово. Отлично. Да. Да. Как надо? Да. Да. Кому дозу? Мне, дай мне. А ну стой.
Кривой дорожке пошел, сынок. Соломон. Снасти для рыбалки. Товары морского промысла. Детройтский убийца с дрелью.